Юрію, вольова перемога, ваші враження від гри і за рахунок чого вам вдалося гру повернути на свою користь? Очень хорошая игра, очень сильный соперник. В первом тайме проиграли борьбу, не настроились, не собрались. Тренер внес коррективы, сделали выводы, завелись. И, собственно, во втором тайме пришел результат. Суперник акцентував на тому, ну давайте ви, як ви прокоментуєте епізод, коли була зупинена гра під час атаки суперника, а м'яч було забито, рахунок не став 2-0. І от ваш суперник в даному випадку каже, що ця помилка арбітра, яку він вибачився за яку, якимось чином вплинула на результат, окрім всього. Много чего влияет на результат. Судья в других эпизодах тоже не свистел. Там, по-моему, не при 2-0, не при 1-0, а при 0-0 был этот эпизод. Но судья свистнул раньше, мы остановились, они забили в пустые. Это такой спорный вопрос. Сейчас рассказывать, что это им не помогло выиграть, ну пусть тешат себя так. Ваши планы, ваши цели на сезон? У нас амбициозные планы, мы хотим выступать, хотим выиграть турнир, самый сильный, Лигу А. У нас достаточно хороший состав. И многих еще по разным причинам нет сегодня, и на игре не было, и в прошлой игре не было. Поэтому я думаю, когда мы соберемся всем составом, будем еще сильнее, ответственно подходим к каждой игре, хотим выиграть. У нас задача всегда, когда мы выступаем, выиграть. С перемогой. Спасибо.